Здравствуйте, доброе утро. Начинаем сегодня свои репортажики. Маленькие хотя бы здесь в Москве. Значит, четверг, 7:30. Чуть-чуть погода становится лучше. Вот люди появляются. Народ появляется на речке. А то здесь были дни такие, что вообще не было никого. Дожди, ветер и, естественно, рыба. Ну, уклеечку нет, ловили так. Слабенько, но ловили. Но странно, что уклейка уже в речке. И ловили. Вот. Вот такие вот дела. Вот сейчас, видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь человек уже стоит уточка. Вот с этой стороны. С той стороны гавани. Нет никого пока еще. Там тоже ловили уклеечку. Вот, но я говорю, народу было немного. Было очень холодно. Очень холодно было. Что сейчас сегодня чуть-чуть потеплее. Вот, во всяком случае, снега нету. Вот. Не видно, что клевало. Ну что, есть рыбаки, которым утром не спится. Утром не спится, днем не встать. Привет, видос снимаешь-то? Ну да, погода. Погода стала получше, так вот. Теперь можно хоть показать, что люди стоят. Да, только когда утро я начинал тоже с Новым годом. Да. Снегу было. Клюет хоть что-нибудь. Слушай, не знаю. Я только вот только вышел посмотреть, снять, что хотя бы сегодня люди сидят. Кто-то. И погода такая более-менее. Вот. В паршивую здесь погоду было то, что клевало везде, вроде как, уклейка. Не крупная, что было бы, но кто-то доставал крупную тоже. Оно клевало, во всяком случае. Вот. Ладненько, пока я здесь-то заканчиваю.